Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Время помогать. В республике стартовал благотворительный марафон для детей с ограниченными возможностями. Тепло будет. Чувашия готовится к отопительному сезону. Любовью не шутят. Русский драмтеатр открывает новый сезон. В селе Шигырданы Батыревского района состоялся 7-й сельский экономический форум «Шигырданский диалог». Он собрал более 400 гостей из разных регионов и стран, обсуждали вопросы укрепления и развития сел республики в современных условиях. С подробностями Рифат Фаткулин. В самое большое село Чувашии съехались предприниматели, банкиры, представители духовенства, научных и общественно-политических кругов из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Татарский чак-чак, разнообразная выпечка, колбасные изделия и мясные деликатесы. Традиционно в фойе местного дома культуры представили свою продукцию предприятия индустрии «Халяль». Михаил Игнатьев подчеркнул, что повышенный интерес к отечественной сельскохозяйственной продукции создает благоприятные экономические условия для аграриев. Наша продукция, она качественная, потому что земля экологически чистая, на этой земле выращивается экологически чистая продукция, потом переработчики его перерабатывают, и, соответственно, эта продукция появляется на потребительском рынке. Хватает этой продукции или нет? Конечно, не хватает. Сегодня благоприятная экономическая ситуация она сложилась для выращивания и для продажи сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Шигырданах расположено 2200 личных подсобных хозяйств с населением более 6500 человек. Только в этом году в социальную сферу привлечено почти 800 миллионов рублей государственных инвестиций. В малом и среднем бизнесе здесь занята почти половина всех работающих. Активно развивается торговля, услуги, животноводство и переработка. В общей структуре производства мяса, мясо говядины у нас занимает пока всего 21%. Долю, конечно, нужно увеличить, спрос есть. И с учетом того, что это направление было убыточным, многие в одно время не занимались производством говядины, даже в минус уходили. А сегодня количество желающих заниматься производством мяса говядины растет. Социально-экономическое развитие села – одна из ключевых задач государственной политики, так как от ее эффективного решения напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Для нашей республики эти вопросы особенно актуальны, ведь в сельской местности проживает более 40% населения. За последние 3 года на устойчивое развитие сельских территорий направлено более 2,5 миллиарда рублей. Хозяйство в данный момент имеет огромное количество программ, в том числе и программы по устойчивому развитию сельских территорий. И вот здесь, на Чувашской земле, мы имеем пример качественного развития сельских территорий, потому что я уже сегодня несколько раз упоминала, можно построить дома, можно сделать площадки, можно реконструировать дома культуры. Но если люди туда не пойдут, если люди не будут здесь работать на этих территориях, то это ни для кого не пригодится. Как сделать так, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы сохранялась преемственность поколений? Эта проблема актуальна для большинства российских регионов. В Шигырдане ее решают достаточно успешно. За последние несколько лет жителей стало заметно больше, причем именно молодых. Вы абсолютно правильно воспитываете ваших детей. У вас папа имеет авторитет абсолютный. У вас очень заботливые мамы. Вы воспитываете детей к труду. Они у вас очень талантливые, организованные, красивые, и они очень много работают. И, наверное, вот то, что вот ваша передача поколений, поэтому ваше село растет. Итогом 7-го шигырданского диалога стало подписание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Чувашии и Союзом сотрудничества и развития социально ориентированных организаций «Социальная палата». Сельский форум открыт для представителей всех наций и религий. Каждый год здесь собираются люди, которые болеют душой за село. И только от них сейчас зависит, как будет развиваться российская глубинка. Рифат Фаткулин, Арына Гавелян, Республика. Тепло будет. Это не прогноз синоптиков, а обещание энергетиков. О том, как Чебоксары и Республика в целом готовы к отопительному сезону, Ольга Пырочкина.
«Ремонт летом, тепло зимой» – это лозунг одной из теплоснабжающих организаций Чувашии. Уже не лето, но трубы еще продолжают менять. Сейчас работы идут в сетях, которые снабжают теплом промышленные предприятия. Первоочередными работами были выполнены то, что связано с теплоснабжением социальной сферы и жилого массива. Значит, этот объект у нас промышленный. Значит, промышленные объекты подключаются к системе централизованного теплоснабжения в последнюю очередь. Впрочем, сколько бы трубы ни ремонтировали, этого всегда недостаточно. Износ сетей в республике составляет 70%. Для замены нужно около 6 миллиардов рублей, отмечает заместитель министра строительства. Ситуация усугубляется долгами, в основном физических лиц, а значит, управляющих компаний перед ресурсниками. Жители у нас заплатили порядка 90% за 2016 год, за жилищно-коммунальные услуги, 10% недоплаты. Ресурсоснабжающим организациям поступило 86%. То есть 90 заплатили, 86 поступило. Энергетикам поступило 82. Нужно жителей переводить на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями. Совместно с... Есть консолидированная позиция Кабинета министров о том, что на городе Новочебоксарске в этом году обкатать эту технологию на базе всех ресурсоснабжающих организаций. В городе Химиков систему прямых платежей планируют внедрить с ноября. Другие города подключатся, когда примут закон о прямых договорах между потребителями и поставщиками ресурсов. Он сейчас на рассмотрении в Госдуме. Но вне зависимости от долгов управляющих компаний, состояние оборудования и сетей тепло дадут всем. Если ориентироваться на прогнозы от гидрометцентра, топить начнут в 7-10 числах октября. Сезон должен пройти в нормальном режиме, уверены специалисты, но на всякий случай сформированы аварийные бригады, подготовлена спецтехника, создан запас резервного топлива для котельных. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. В республике стартовал благотворительный марафон «Время помогать». Его организаторы проводят концерты в поддержку ребят с ограниченными возможностями. Сегодня победители и лауреаты вокальных конкурсов выступали для пациентов детской клинической больницы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Помогать и дарить волонтеры этого благотворительного фонда начали год назад. За это время под свое крыло они успели взять более сотни ребят для того, чтобы помочь им открыть двери в творческий мир. В ближайшее время наш фонд планирует организовать творческую студию для детей с ограниченными возможностями. Если это, естественно, у нас, конечно, получится. Зрители этого концерта – особенные дети с тяжелыми диагнозами. Но никто из них не потерял веру в чудо. Мечты сбываются, и это подтверждает история юного певца Данила Плужникова. Благодаря проекту «Голос дети» о нем узнала вся страна. Данил говорит, что на его пути к эстраде возникало немало преград. Их помогали преодолевать неравнодушные люди. Теперь он и сам стремится подать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Для меня любой благотворительный проект особенный, потому что это помощь людям. Сегодня невероятная поддержка. Глава региона пожелал Даниле дальнейших успехов и вручил часы с чувашской символикой в память о Чебоксарах. Михаил Игнатьев отметил, что в республике для поддержки детей-инвалидов создают доступную среду. Все дети, которые дистанционно хотят обучаться, мы практически, выделяя средства, разрешили эту проблему на все 100%. Появляются предприниматели, которые занимаются на самом деле социально ответственным бизнесом. И эти средства мы как раз используем для того, чтобы дополнительные условия создавать для детей. Недавно было отремонтировано и отделение онкологии Республиканской детской больницы. Теперь здесь проводят и сеансы телемедицины. Чувашских врачей консультируют специалисты института имени Николая Блохина. По инициативе Чувашской республики был создан такой телекоммуникационный центр. Наши коллеги с нами консультируются, получают онлайн-консультацию, получают рекомендации. Тут же проводят это все дело в действии.
В ближайшее время будет проведен капитальный ремонт и детской поликлиники. Средства на эти работы недавно поступили из фонда президента страны. За счет республиканского бюджета намерены приобрести современную технику. Дмитрий Ковалев и Ирина Гобелян. Республика. Аграрии, пользуясь теплой и сухой погодой, активно убирают картофель. Комбайны работают с раннего утра и до позднего вечера. В общей сложности уже собрано более 50 тысяч тонн картофеля. С ходом уборки второго хлеба на полях Батыревского района ознакомился глава Чувашии и наша съемочная группа. В этом году в ЗАО Батыревской посадили 281 гектаров картофеля. На сегодня урожай собран 165 гектаров. Аграрии торопятся снять урожай до прихода дождей и холодов, поэтому работа продолжается даже ночью. Валовый сбор нашего хозяйства сейчас на сегодняшний день 3800 более тонн. Средняя урожайность где-то идет 240-235, но на этот год, я думаю, это хорошая урожайность. Несмотря на капризы погоды, в республике урожай и его качественные показатели даже лучше, чем в прошлом году. Глава Чувашии отметил, в выигрыше остались аграрии, не снизившие посевные площади. Цены на картофель, хочу сказать, благоприятные. Меньше 9 рублей никто не продает. И такая позиция должна быть занята всеми картофелепроизводителями республики, потому что отдельные перекупщики заезжают, начинают скидывать цены. По республике несобранными остаются более 4000 гектаров картофеля. В среднем с гектара собирают больше 30 тонн. Если погода позволит, уборку полностью закончат в течение 10 дней. Рифат Фаткулин, Арына Гавелян, Республика. Сегодня в Чувашии прошел единый информационный день. Во всех муниципалитетах обсуждали ход уборочных работ и организацию сельскохозяйственных ярмарок. Одна из самых актуальных тем – подготовка к отопительному сезону. Кроме этого, жителям республики предложили активнее участвовать в реализации проектов по формированию комфортной городской среды, определить приоритеты благоустройства. В республике продолжается вакцинация от гриппа. В этом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожидается эпидемия так называемого свиного гриппа. Вирус его европейцам уже знаком. Врачи Чувашии считают, что всплеск заболеваемости придется на конец октября. Время для иммунизации пока есть. В этом году средства для закупки вакцин в Чувашию поступили еще в середине лета. Так что прививочная кампания началась раньше обычного. Выполнение плана профилактических прививок и аккредитированных контингентов мы начали с медицинских работников. На сегодняшний день мы вышли на 38,9% всего населения, которые подлежат: работники коммунальной сферы, работники транспорта, работники образовательных организаций. Сегодня мы уже начинаем выделять особое внимание после 1 сентября. Это студенты и дети с 6 месяцев до 18 лет. Всего планируется привить 170 тысяч детей и 360 тысяч взрослых. К профилактическим мероприятиям активно подключаются крупные предприятия и организации. Они прививают сотрудников за свой счет. Те, кто делают это не первый год, отмечают высокую эффективность иммунизации. Например, на заводе имени Чапаева количество больничных листов сократилось на 10%. Новый образовательный сезон начался в дошкольных учреждениях Чувашии. Причем впервые порог детсада перешагнули не только малыши, но и некоторые воспитатели. Педагогический состав регулярно обновляется. В Чебоксарский детсад номер 203 пришли сразу 10 молодых специалистов. В зале собрались самые добрые, ласковые, заботливые и находчивые девушки. Дети их иногда называют вторыми мамами. А как по-другому? Ведь воспитатели проводят с детьми большую часть дня. Эти специалисты только начинают свой профессиональный путь, но уже держатся вполне уверенно. Я пришла, дети плачут, истерика, они не хотят отпускать маму. Мама, мама, папа, истерики, бьют в дверь ногами. Страшно, что делать, но я беру себя в руки, отвлекаю ребенка. Сначала говорю, давай попрощаемся с мамой, посмотрим в окошко. В новом учебном году коллектив детского сада номер 203 пополнился 10 молодыми специалистами. В целом по республике укомплектованность кадрами дошкольного образования составляет 96%. Потребность в молодых специалистах в садиках по Чувашии 124 воспитателя, по городу Чебоксары 48. Обучают специалистов дошкольного образования в Чебоксарском колледже имени Никольского, в Канашском педагогическом колледже и в педагогическом университете. Так, в текущем году в Канаше выпустились 27 воспитателей, в Чебоксарском колледже 100, а в педуниверситете 112.
Завтра Русский драматический театр открывает новый 95-й театральный сезон. На сцене премьерная постановка «Любовью не шутят» по пьесе французского поэта Альфреда де Мюссе. В перипетиях отношений разбиралась наша съемочная группа. Камила, здравствуй! Здравствуй, пердикан! Что же, поцелуйте меня. Сначала сами поцелуйтесь. Вот она, долгожданная встреча, по крайней мере, для барона. Домой возвращаются его сын и племянница. Камила, ты совсем стала женщиной. Это, кажется, я мужчина. Ой, это, кажется, вчера еще такой маленький ее видел. Молодые люди любят друг друга вот уже много лет, но гордость и предрассудки оказываются сильнее. Сегодня утром вы сказали, если нам надо расстаться, то останемся друзьями. Вы не знаете причину моего отъезда, и я пришла сообщить вам ее. Я постригаюсь в монахини. Камила, ты это? Да, я. Такая утрированная игра актеров – задумка режиссера. Тем самым он окрашивает образы дополнительными красками. А это помогает посмотреть на взаимоотношения мужчины и женщины через другую призму. Про любовь нужно говорить всегда с юмором. Потому что если мы будем говорить про любовь через сопли, через страдания, оно не затронет сердце человека так, как это может быть сказано через юмор. Потому что всегда в нашей жизни присутствует и комедия, и трагедия. Наш спектакль – это трагикомедия, можно даже сказать, трагифарс. Поэтому тема любви, она всегда очень многогранна и разносторонняя. Рассказать историю времен 19 века зрителям века 21-го непросто. Сложности актерам добавляют и нетривиальные режиссерские ходы. Именно в этой роли, в этом спектакле было то, что как бы вначале для меня был ступор, то есть как-то долго не шло, как-то у меня не включалось, не понимала я, что нужно. Буквально только, наверное, недели две, то есть назад, то есть это за две недели до премьеры, мы как-то более-менее пришли уже к общему знаменателю, поняли, наверное, какая она, и уже в процессе репетиции, как-то постепенно я начала это внедрять. Чем сложнее роль, тем интереснее работать. Потому что чем больше вызов, чем больше препятствий, тем больше рост, так скажем, когда преодолеваешь все эти трудности и сложность роли. Убедиться в том, что любовью не шутят, зрители смогут уже завтра. Постановка заняла свое место в репертуаре театра. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. Всемирный день туризма, который отмечают 27 сентября, в этом году в республике растянется на целую неделю, наполненную интересными путешествиями. Начнется она уже завтра, 21 сентября. Сотрудники туристических компаний, музейные работники, владельцы гостиничного бизнеса и просто любители путешествовать. День туризма объединяет всех и организаторов отдыха, и потребителей туруслуг. В большинстве стран этот праздник отмечают вот уже более 30 лет. В Чувашской республике есть на что посмотреть, уверены организаторы нынешней недели. Жители и гостей столицы Чувашии ждут презентации новых экскурсионных маршрутов и специальные ознакомительные туры. Специалисты туриндустрии встретятся за круглым столом и на семинарах. Всю неделю с 3 часов дня все желающие смогут прогуляться по исторической части Чебоксар в сопровождении экскурсовода. Ура туристам! На железнодорожном вокзале и в Чебоксарском аэропорту под таким названием состоится флешмоб. Поучаствуют в неделе и школьники. В учебных заведениях пройдет урок «Познай свой край». Для туроператоров состоится первый в республике гастрономический тур «Попробуй Чувашское». Он познакомит гостей с национальными блюдами и напитками. В программе недели презентация экскурсии в русский драматический и кукольный театры. Причем артисты готовы рассказать о том, что любопытного происходит за занавесом. Эксклюзивные экскурсии по музейным фондам состоятся в Чувашском национальном музее. Здесь планируется и акция «Кинотуризм». Все желающие могут посмотреть фильм о любимом городе Чебоксары в 3D. Ключевым событием недели туризма в республике станет подведение итогов республиканского конкурса «Лидеры туриндустрии Чувашской республики 2016». Сразу после программы «Республика» смотрите интервью полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича об уничтожении химического оружия. Напомним, наша страна намерена к концу сентября ликвидировать запасы всех видов химоружия и таким образом на год раньше выполнить обязательства, взятые по международной конвенции. Не пропустите программу по существу после информационного выпуска. А я с вами прощаюсь. До завтра.